На этот раз приехало более 150 представителей производственных и золото-алмазодобывающих компаний со всех регионов страны. Свои изделия представили Урал, Якутия, Крайний Север, Калининградская область, Центральный регион, Северный Кавказ. Всего 5 дней, море золота, бриллиантов, драгоценных камней, эксклюзивной бижутерии и всего того, что нас радует, особенно женщин, но также мужчин, ждет вас в гранд-отеле «Жемчужина» с 19 по 23 июля. В течение 5 дней сочинцы и гости курорта могут познакомиться с новинками ювелирной моды. А она не стоит на месте, как всегда удивляет многогранность ювелирного искусства. Представлены все направления и стили, от традиционной классики до ультрамодных. Камни в золоте, серебре, есть очень дорогие эксклюзивные изделия, есть изделия на каждый день. Богатая, разнообразная сувенирная продукция, украшенная стразами Сваровски. Причем все работы авторские. И здесь дизайнеры обращаются к миру природы. Ценители всего эксклюзивного могут найти на выставке «Интерювелир» яркие, необычные подарки. Сочетание желтого, белого золота, ассортимент, дизайн, конечно. Ну, радует выставка, радует. В городе такого ассортимента нет. Всегда в цене кубачинская серебряная посуда, разнообразный ряд часов, как мужских, так и женских. Площадь экспозиции 3000 квадратных метров. В рамках деловой программы мастер-класс имиджмейкера и профессиональная помощь в подборе украшений. Кстати, каждый день на выставке проходит розыгрыш призов среди посетителей. Это и ювелирные украшения, и билеты на самые яркие шоу города. Елена Овсецна, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.